Добро пожаловать на канал «Витражпунт. Школа электриков». Друзья, вы, наверное, обращали внимание, что в некоторых туалетах, когда заходишь, вместе со светом у вас включается вентиляция. А когда вы выходите и выключаете свет, тогда вентиляция сразу выключается. Но мы с вами сегодня рассмотрим более интересную схемку с более интересным устройством, которое называется «Реле времени на отключение» марки РО-415. И я вам сегодня расскажу, как его подключать. Я собрал сегодня схему, состоящую из лампочки, которая включается от простого выключателя. На входе у меня стоит входной автомат, нулевая шинка и наше реле времени, которое я еще не подключил до конца. После входного автомата 0 заходит на нулевую шинку, и дальше он идет на питание лампочки, а фаза заходит тоже после входного автомата на выключатель, и лампочка включается выключателем. Это наша лампочка в санузле. Еще я установил розетку, у которой 0 заходит оттуда же, откуда и на лампочку с нулевой шинки, а фаза заходит на розетку через нормально разомкнутый контакт вот этого реле. Это реле запитано вот здесь сверху с контактов 1 и 3, на 1 подан 0, на 3 подана фаза. Отсюда же взята фаза на нормально разомкнутый контакт. 12. С 11 я взял фазу на розетку. Теперь, когда замкнется контакт 11-12, в розетке появится фаза, и сюда можно будет подключить любую нагрузку. Хоть вентилятор, хоть пылесос, хоть печку, неважно. Теперь нам нужно до конца подключить вот это реле. Та схема, которая нарисована на этом реле, очень непонятная. Пришлось долго повозиться, чтобы ее понять. Поэтому я нарисовал вам другую. Посмотрите, как подключено наше реле. 0 и фаза поданы на 1,3. 11-12 – это нормально замкнутые контакты. И нам еще нужно подключить один проводочек, чтобы управлять этим реле. А управляющий контакт у нас номер 6. К нему и подключимся. Я взял обычный проводок и подключаю его к 6-му контактику. А второй кончик этого провода нам нужно подключить к выключателю, вернее, на выход выключателя, который включает свет. Вот этот провод подает фазу на лампочку. Сюда же мы подключим управляющий провод, который поступает на реле времени. Вот, посмотрите, управляющий провод подключен к 6-му контакту реле времени и к выходу выключателя, который идет прямо на лампочку. Закрываю выключатель. Итак, можно включать в работу всю нашу конструкцию. Включаю в розетку вентилятор. Подаю напряжение на схему. Зелененькая лампочка на реле времени засветилась, то есть реле у нас запитано. Включаем свет в туалете. Свет включился, одновременно с ним включился и вентилятор. Теперь смотрите внимательно. На реле времени загорелась красная лампочка, свидетельствующая о том, что нормально разомкнутый контакт замкнулся, и по этой цепи запитывается наша розеточка, в которую включен вентилятор. Теперь посмотрим, что произойдет, когда мы отключим свет. Вот этот регулятор на реле времени настроен на 1 минуту, максимум здесь 15 минут. Итак, выключаем. Свет выключился. Посмотрите, красненькая лампочка на реле времени замигала. Нам нужно подождать всего 1 минуту, и поэтому я вам напомню, как собрана наша схема. Свет запитан как обычно, то есть вы, когда будете подключать это реле времени, схему освещения вы оставите такой, как она и была, только подведете один кончик к выходу выключателя. Вам нужно будет также запитать реле времени. Для его питания подключается 1 и 3 контакт и нормально замкнутый контакт на нагрузку вентилятора 11-12.
реле времени выпускаются не только в таком корпусе, а еще и в кругленьком небольшом корпусе, который поместится, например, в установочную коробку для выключателя или для розетки. Подождем еще чуть-чуть, и наш вентилятор сейчас выключится. Все, прошла минута, вентилятор выключился. И теперь мы можем быть уверены, что все у нас выключено. Свет выключен, вентилятор выключен. Следующий, кто пойдет, снова включает свет, вентилятор точно так же включается. И точно так же он выключится через минуту после того, как мы выключили свет. Итак, друзья, мы сегодня с вами научились подключать вентиляцию в нашем санузле для того, чтобы вентилятор выключался чуть-чуть позже, чем мы выключаем свет. Для этого мы установили реле времени RO-415. Напоследок задам вам вопрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как еще можно использовать такое реле. А пока до свидания, подписывайтесь на наш канал. Удачи вам!